спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В воскресенье в Самарском регионе переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 22-23, ночью плюс 16-20. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. В Сызрани в дневное время облачно, плюс 23, ночью плюс 18. Ветер восточный 2-5 метров в секунду. В Тольятти днем плюс 23, облачно с прояснениями, ночью плюс 17-18, северо-западный ветер 2-5 метров в секунду. В Самаре днем переменная облачность, плюс 22-23, ночью 18-20, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха 55%, температура воды в Волге плюс 20, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон спокойный. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.